хотел бы пригласить на эту сцену, как сказал Иисус, будьте как дети, и тогда наследуете Царство Небесное. Ангела Кадратьева, давайте поприветствуем ее. Our chief guest for evening today, for party today. Ангела, огромное спасибо, что ты с нами, возьми этот микрофон. Первая песня «Спи, Иисус, спи» будет исполнена ангелой на украинском языке. Представляете, как это здорово? Мы скрепляем дружбу между народами. Ангела, мы желаем тебе действительно погружения в это таинство Рождества, в это таинство духовного события. Давайте все вместе поддержим это молодое очаровательное создание. Ангела Кондратьева. Прошу. Спи, Иисус, спи, с Богом грехом.
she's not only beautiful voice, she's also very strong voice. So we were pleased and enjoyed her singing, and for sure she has a great future. And we hope to see her in the Arab world singing Russian songs, and everybody in the Arab world for sure will like her songs, like many songs which are very familiar, Russian songs are familiar in the Arab world. So thank you very much. Спасибо. Господин посол, пожелал тебе, чтобы ты была очень признана в арабском мире со своим нежным, но очень сильным голосом. Поэтому это удивительное качество у тебя как артиста. Йоксинси, плюс. I just don't have words to say about her. She's a beauty. Her voice is amazing. And you have to promise me one thing. Next function at the embassy of Jordan, we would like to host you as the main guest of the embassy, and we would love to hear your voice along with our guest. So you give me a promise. Ты должна сейчас пообещать. Его представительство сказал о том, что у него даже нет слов, чтобы описать, как он поражен твоим талантом. Он персонально приглашает его представительство в посольство Иордании, кажется, в Иордании, Москве. И ты будешь петь для всех гостей посольства Иордании. Ты обещаешь? I promise. Oh! Amazing. Thank you so much. Shukran. Shukran. We wish the best. Ангела Кондратьева.